Женщину, напавшую на молодую маму в сентябре этого года в подъезде дома на Третьей Курской, запечатлела камера видеонаблюдения. И сейчас сотрудники полиции усиленно ищут подозреваемую. На вид ей 30 лет, рост около 170 сантиметров. Телосложение среднее, волосы светлые. Была одета в полосатую кофту с длинными рукавами, закрывающими кисти рук. Брюки темные в обтяжку, обута в сапоги темного цвета. Носит черную сумку на длинном тонком ремне через плечо. При движении прижимает левую руку к туловищу, как бы придерживая сумку. Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в полицию по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Вознаграждение и конфиденциальность гарантируется.